Сегодня в Ленинском районе Чебоксар поздравляли семьи, где в самом начале Нового года родились первые дети. С малышами и их родителями познакомилась наша съемочная группа. Цветы, добрые пожелания, первый в жизни документ, свидетельство о рождении. Правда, малыши пока об этом не знают и на торжественной церемонии сладко спят, зато волнуются новоиспеченные родители. Егор Голубев появился на свет практически сразу после боя курантов в праздничный день 1 января. Родители признаются, это самый лучший новогодний подарок в их жизни. Нашей семье 3 года. Так что он у нас долгожданный. Он родился, на него посмотрели и подумали, что это только Егор. Другого имени быть не может. Ждали, когда Егор появится, что он выберет, какую дату. Он выбрал 1 января. Можно сказать, немножко себя обеспечил уже в детстве. Кроме основного ежемесячного пособия по уходу за ребенком, Голубевы смогут получать и адресные ежемесячные пособия. А вот Аделия Полякова родилась 2 января, но тоже, как и Егор, будет получать от государства дополнительно каждый месяц, вплоть до 1,5 лет, почти 9 тысяч рублей. Это одна из инициатив президента Владимира Путина по поддержке семей с детьми. На детей, которые рождены после 1 января 2018 года, будет предоставляться ежемесячная денежная выплата. В республике она будет составлять 8 910 рублей. В этом году с начала года, да, по последним данным, у нас родилось 623 ребенка, из них первыми в семьях это 225 детей. В 2018 году мы планируем, что у нас эту выплату будет получать семьи на 4 500 где-то детей. Для семей, где работает только отец, подспорье весьма ощутимое. По закону, поддержку государства получат те, где доходы на каждого составляют не больше 1,5 прожиточных минимумов. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.